Детское радио. Детское радио? Радио! Эдуард Успенский. Про девочку Галю и ее окружение. Девочка Галя не любила ходить в детский сад. Не любила и все, без объяснения причин. Чтобы отправить ее в детский сад, надо было вызвать трактор, зацепить девочку тросом и буксировать. Только так ее удавалось довести до нелюбимой младшей группы. Было еще хорошо, если она не падала на пол, на спину и не начинала бить ногами. Тогда трактор приходилось отменять, потому что просто невозможно было подойти к девочке. А зачем ей было ходить в детский сад, когда у нее дома была своя хорошая компания? Папа и мама, хомячок Персик, ассирийская кошка Аська. И иногда к ним в гости приходила генеральская собачка Терпсихора. Что касается мамы, то маму Галя почти не видела. Ее мама была шоу-тетя, то есть артистка, которая работает на телевидении, выступает на разных площадках и сама организовывает концерты. Так что с мамой они очень редко встречались. Больше Галя дружила с папой. А потом у нее появился гуттаперчевый человечек Гивейчик.